Приветствую всех себя на канале. Будем сегодня производить распаковочку посылки из Китая. Если это можно назвать посылкой, конвертик такой вот тоненький. Здесь пришли нам две лампы светодиодные на 220 вольт, на 50 ватт. Две штуки тут. Сейчас будем распаковывать этот конверт и проверять их на работоспособность. Такой вот у нас кабель есть. На кабеле. Выход вот подготовил я уже, маленькие коротенькие усики два. Включим его и так распакуем, проверим на работоспособность эти две лампы. Так, режем аккуратно, чтобы не порезать их, то что они плоские. Просто заброшенные пупырчатые конверты, все такие вот две лампы. Здесь видно конденсатор маленький, вот этот вот, какие-то черные штуки, наверное, сопротивление. Все это дело засиликонено, под силиконом. Называется эта лампа DOB 60 40 220 H, L и N. Это LN, это выходы подключать сюда ток. Сейчас будем проверять. Так. Делаем все дело аккуратно, чтобы пальцами не ужаться за 220. Также уже вот такой вот радиаторчик подготовил, это с компьютера, с этих. С компьютера, с процессора. С какого-то, или с микросхемы. Нахлаждение стоял. Но сюда оно не станет, я думал, поменьше будет. Здесь получается радиатор чуть-чуть уже, чем лампа сама по себе. Вот видно, я по краю ставлю. С этой стороны еще миллиметров 5 выступаю. И здесь он такой вот формы P-образной ножки. Тут только краями ложится. Надо эту вот часть срезать, взять выступающую, тогда плотно почти ляжет. Ну, не, так другие поищу, хватает этого добра. Вот еще один радиаторчик, но это тоже маленький. Хотелось на радиаторе хороший поставить, но покуда что не имею. Хотя если перебрать, у меня там есть с этих сплат алюминий этот собирал, именно сплат с разных с радиаторами, то там будет. Ну, сейчас проверяем на работоспособности. Есть заявленные 50 ватт в каждой лампе. Вот я включил, хотел показать искру, но забыл, что 220. Это наш индикатор. Это 0, вот это будет фаза. Видно, засвечивается. Ток есть, проверяем. Ой, ярчущая, конечно. Видно сразу, фотоаппарат засвечивается. Очень яркая, может будет 50 ватт. На себя припаял провода, так показал бы, как в сторону светит. Ну, в сторону не покажу сейчас, то, что лежит на полу. На коврике лежит она, получается, эта лампа кверху диодом. И вторая. Ну, яркая. Очень. Гляну случайно. На фотике срабатывает какое-то реле щелкая на засветку эту.
пульсация видно. Ой, прислепило глаз мой. Короче, яркие, хорошие фонарики. Мой 50 ватт будет. Ой, горячий стал. Он посветил буквально секунды эти. А уже притронуться нельзя. Наверное, градусов где-то будет около 60 даже. Нагорелись сильно. Так что надо ставить на радиаторы. У него с двигателя крышечка лежит такая алюминиевая. Положить на ней посветить. Засветить попробую. Посмотрим. А потом под их подберу радиатор и на термопасту посажу. Здесь вот отверстия есть, видны 4 штуки. Вот. Отверстие это на радиатор прикручивать. На хороший радиатор охлаждения, и можно поставить кулер старый с ноутбука или с компьютера. Свет дневной, теплый. Как от обычной лампочки. Сейчас я вот снимаю. На потолке висит прожектор. 10-ваттный всего лишь. С крупными диодами. То он это... Получается, что холодный свет. Вот полежал на алюминиевой крышке этой с двигателя. Это крышка с двигателя. А здесь двигатель перебираю. Хочу он на 380, а сделать 220-380. Уже разобрал его. Ну, про его отдельное видео буду снимать. И вот на этой крышке ложим. Конечно, засветка сильно идет, а в сторону такой. Аккуратненько. Так лучше видно. Свет на камере то мерцает, видно, а так вроде бы стабильно светит. Сейчас я подержу немного, посмотрю, нагрелось, не? Горячее. Ну, без термопасты, просто так на алюминии то греется сильно. Надо... Может, через око сопротивление подключать его, этот прожектор. То, что сильно греется. Даже если на такой радиатор я его на термопасту посажу, все равно греться будет. На его уже хороший надо радиатор ставить. Буквально сколько вот я включил, поработал их секунды. И уже горячий. Хотя лежит на алюминиевой плоскости. И плоскость нагрелась сразу. Буду я сюда искать. Есть у меня с этих, со старой... стереотехники, где, как сказать, бобинный этот магнитофон, там пластинка стояла, граммофоны эти, то там стояли под транзисторы, радиаторы крупные, алюминиевые, толстые, то я, наверное, их поснимаю, найду, да, на их прикрутим эту штуку, на термопасту, а там проверим. Будет греться, не будет. Ну, конечно, с таким вот радиатором получше было бы. Изначально, если приделать. То, что сильно-сильно нагревается. Не знаю, что он состоит, но... Мелкие, видно, там под силиконом, мелкие-мелкие диоды. Раньше я вот заказывал такую лампу тоже, типа на диодах. Она стала мерцать, потом это слабо светить, а потом совсем перестала. Вот я разобрал, вот тут ну, провод это, а после оторвал. Вроде бы все цело, ничего не горело. А потом присмотрелся, некоторые диоды потресканные, и внутри черные. Вот видно треснуты.
На камеру не видно. Потому что с Китая такие вот лампы не стоит заказывать, вот светодиодные на 220. Там заявленных, наверное, было 30 ватт или сколько. Но она слабо светилась, слабже, чем вот этот прожектор на 10 ватт. Это еще слабже светило, ну и сгорело быстро. Такие вот лампы не стоит заказывать с Китая. Ну а вот насчет этих проверим. Приделаем к радиаторам хорошим. И пускай работает. В мороз на улице то неплохо, думаю, будет. А вот уже летом, то летом греться будет, конечно. Видно. Свет очень яркий. Камеру выслепливая. Сам на радиаторе подержал. Все равно горячий. Короче, надо плотно на радиатор крутить через термопасту их. То, что даже просто лежал, эти секунды он уже горячий делается. Очень горячий. Учитывая, что секунды светил. Надо хороший радиатор, если вот с этим сравнить, чтобы раза два больше было. И так вот прикрутить. Или же таких два состыковать вместо и так прикрутить. Тогда будет, думаю, охлаждать. Здесь ребра хорошие, длинные. Ну а если просто его так вот с этого включать, без всяких радиаторов, то, думаю, быстро сгорит сильно. Можно было бы, конечно, какие-то сопротивления получше поставить, чтобы не грело так его. Грея сильно. Если попробовать меньше вольт сюда дать, только что нужно. Ладно, когда их уже сделаю на радиаторы, тогда посмотрим, покажу, греются, не греются они. Ну, скажу, греются или не греются, то что показать не смогу температуру. Нету этого, что замирать пистолета. От руки попробуем, грея, не грея. Там посмотрим. Ладно. Это распаковочка была. Небольшая такая. Эти лампы рабочие эти. Так что дальше будем их устанавливать. На этом буду заканчивать. Кому было интересно, пишите комментарии. Всем удачи. До свидания.